с момента последнего посещения Галамарта. Я смотрю, что тут все очень капитально изменилось, потому что появилось много товаров для автомобилистов. Например, вот я вижу, что щетки как раз мне нужно сменить. И они, кстати, по очень демократичным ценам. Вот, ну, так называемые дворники. Вот, по акции до 31 октября 249 рублей. Нужно посмотреть только, какой размер мне нужен. Вот, всевозможные тут и аптечки, и вот набор для автомобилиста. Ну, в общем, 1450 рублей. Всякие жидкости, в общем, очень-очень много всего. Коврики и, смотрите, какие плетки для руля. В общем, я думаю, что автомобилисту здесь будет интересно. И даже вот аптечка нового образца за 149. Совсем цена такая низкая. Вот эти ключи, кстати, баллонные, самые лучшие, ну вот крестовые именно. Это я узнала недавно. Так, что здесь еще? Набор инструментов. Ну, в общем, это мужская тематика. Много всего, естественно, вот расходные материалы, все для ремонта. Давайте посмотрим, что нам такого интересного для нас, девочек, тут есть. Кстати, вешалки деревянные 39 рублей. И довольно неплохие, потому что обычно именно деревянные, они дороже стоят, от 100 рублей. Так, ролики для одежды. И вот, смотрите, бархатные вешалочки. Набор. Здесь две штуки за 51 рубль. Аппликации из мягких гранул за 100, даже за 49. Ну, и вот как раз к Новому году понадобятся и браслетики нейлоновые 69. Грим с блестками. Тоже классная штука. Так, всякие разные штуки. Ух ты, собери домик, ванная комната, 3D пазл. За 419, смотрите, какой коврик развивающий, интересный. Вообще ассортимент огромный стал. Так, какой еще ассортимент, я даже не узнаю магазин. Вот сколько я не заходила сюда, где-то, наверное, год назад обзор делала. И намного-намного все стало интереснее. Смотрите, какой. Я даже в других и не видела. Вот кофр для мелочей, например. Смотрите, какой зверский. Так. А вот. По 116 рублей. Навеска для мелочей с рюшами. Какая интересная. Если, допустим, такой интерьер дома, если позволяет такие рюши вешать. Чехол подвесной, это как в Икее, тоже я покупала, у меня в обзоре есть вот такой вот кофр. Здесь 373 рубля получается, а вот этот кофр для мелочей детский 305. Вот по 305. Какие интересные, смотрите, чехлы для одежды, вот 200 рублей, они цветные. Вот такие яркие, леопардовые, 190. Интересно, какие молнии там. А вот смотрите, какие коробки. Фантазия. Все такое яркое, а вот красивое тоже. По 356, 459. А вот какой. Короб. Называется английский стиль. С ячейками. Не знаю, удобно, нет. По 339. Еще такие. Ой, как интересно. Леопард. Со скидкой 499 теперь. Здесь же можно и шторы, оказывается, теперь. И при том цены демократичны. Смотрите, они с люверсами, при том они всегда дороже. С люверсами, значит, 260 на 140. Две штуки уже за 1300. Со скидочкой.
Посмотрим расцветки. А? Вот эти приятные. Так, а что за состав? Состав, думаю, что синтетика. Хотя сделаны они вот так вот под лен. Да, синтетика. Вот интересный цвет, такой светлый. Вообще тюль 482 рубля. Так, одна штука. 140 на 260. Лидики. И вот, кстати, вот эти шторы. 100 на 200 сантиметров. 300 на 300. Это вот 300 на 300. Вот такие. По 299 занавеска. Сатин. Кстати, и подушки есть. Лебяжий пух, полисатин, 50 на 70, 314 рублей. Вот. И за 169. Ну, в общем, честно говоря, я поражаюсь. Вот выбор огромный в этом году. Одеяло 734 рубля, 140 на 205. Какой красивый термометр. Набор салфеток ажурных под выпечку. Это что-то новенькое. 49 рублей. Интересно. Так, и скатерти. Огромный просто выбор. И тканевые есть. И виниловые, и какие-то вот с кружевами интересными. Кстати, неплохой чайник заварочный. Посмотрите, здесь пружинка есть как раз для того, чтобы чаинки задерживать. Классно. Так, а сколько он стоит? 387 рублей. И объем у него 600 миллилитров. Кстати, самое то. Эти прищепки на пакеты по 49. Вот эти удобные, их тут много. А вот эти, которые были в фикс-прайсе, здесь по 39.